То, что Госдума сейчас увеличила сроки заключения за хищение бюджетных средств и вводит запрет на занимание государственных должностей людям, которые были уличены в этом преступлении, это правильная мера, совершенно, которая давно назрела, ее давно нужно было вводить. И, конечно, она поможет. То есть, действительно, как люди, которые расхищали бюджетные средства и не опасались того, что они могут реальные сроки получить, думали, что могут отделаться условно как-то или еще, теперь все-таки будут опасаться. А то, что им будет запрещено государственные должности в течение определенного срока занимать, это тоже правильно, потому что государство – это не место, где должны находиться или могут находиться люди вообще с уголовным прошлым. Чиновники должны быть примером вообще для других людей, а не теми, кто имеют какие-то грехи за собой. Поэтому как мера борьбы с коррупцией совершенно правильная и стоит ее только поддержать.